Четыре иностранца, нарушившие законодательство Республики Казахстан, депортированы из страны. Граждане Таджикистана незаконно проводили религиозное обучение на съемных квартирах. Департамент полиции совместно с Комитетом национальной безопасности по региону установили мигрантов, которые не просто не имели разрешения на преподавательскую деятельность, но еще и находились на территории республики незаконно. На момент проверки в импровизированных классах оказалось 30 несовершеннолетних. Изъята у псевдопедагогов религиозная литература направлена на экспертизу. Решением суда иностранцы выдворены из государства.